Ну, я буду развивать Инстаграм, потому что на улицу выходить нельзя, ничего делать нельзя, поэтому придется заниматься социальной сетью. Я не знаю, какой именно у них карантин, но на яхте у них съемок нет. На яхте не должно быть больше 10 человек, поэтому они ездят на остров любви и снимаются там. На самом деле я благодарна каждому за поддержку, потому что она колоссальная. Вот я не отвечаю, потому что у меня просто нет возможности всем отвечать. Я планирую остаться в Москве, буду вести свой Инстаграм вот как раз-таки про жизнь в Москве. Буду сейчас записывать видео уроки по макияжу, и домой я точно уже не вернусь. Если бы вы только знали, как это больно. Я сейчас собираю вещи, чтобы хоть как-то понимать, где у меня что лежит. Косметику прибираю, просто рыдаю. Потому что так больно, когда тебе предают самые близкие люди, а точнее самый близкий человек. У меня нет никого ближе него, ни мамы, никто. И он просто меня взял, и при этом мне так больно. Так как квартиру я еще не нашла, вот разбираю косметику свою. Капец, как у меня много всего. Это все помады. Вот примерно так я выглядит сейчас место, где я буду делать макияж завтра сама себе. Буду Аню красить. Пока вот так. Я все еще в поиске квартиры. Пишите мне в директ. Так, мне кто-то говорил там в директе, что невозможно найти квартиру за 30 тысяч рядом с метро. Я вам скажу, что кто ищет, тот найдет. Я нашла квартиру рядом с телепроектом, там подальше около метро. Очень хороший район, мне он очень нравится. Поэтому завтра еду смотреть квартиру. Хоть и карантин, но никто не отменял переезд.